Около полутонны сазана сегодня обрели новый дом. Этих мальков привезли из Воронежского рыбхоза. У нас такая рыба редкость. Чтобы увидеть и даже запечатлеть этот момент на камеру, на берег Дона села Донского собрались местные жители. Такому пополнению особенно обрадовались рыбаки. Из-за обмельчания реки хорошую рыбу здесь в последнее время отыскать трудно. В том количестве, в котором хотелось бы, ее, конечно, нет. Но рыбаки все равно что-то ловят, умудряются. Это, конечно, это огромное дело, огромное. То, что они сейчас делают, это чудо, просто чудо. Сазан – отличная рыба. Вот на Волгу ездию. Там вот рыба – самый деликатес, это сазан, считай. Все, у нас тут сом, а там вот сазан на Волге. Самая вкусная рыба. Пока мальки небольшие, каждая рыбка от 10 до 20 граммов. Но за зиму сазан может вырасти до 25 килограммов. Тогда такому улову будет рад каждый. Кроме того, в селе Донском рыбное новоселье стало очередным этапом развития туризма. Неподалеку уже строят базу отдыха. Рыбалка станет еще одним средством привлечения туристов в эти края. Инвестору предоставлено право пользования участком реки Дон для осуществления рекреационной деятельности. И это, так как это еще только на начальной стадии развития, но я думаю, 2-3 года это будет уже достаточно развитая инфраструктура. На этот год программа зарыбления водных объектов в Липецкой области уже выполнена. В 2014-м благодаря ей новыми обитателями пополнились более 10 водоемов региона. Чтобы восстановить реки и пруды области, такие работы будут проводить и в дальнейшем. Юлия Чулария, Игорь Петрухин, Липецкое время, Задонский район.